Как оперативно решать проблемы жителей, рассказали чиновникам страны на примере химкинского МЦУР. Руководители органов госжилнадзора из десятков регионов России посетили Центр управления регионом и ознакомились с принципами работы с населением. Химки – один из городов-передовиков в освоении новой системы. У жителей завышенные требования к этим муниципалитетам, и центры управления регионом в данных муниципалитетах выстроены на высоком уровне с учетом высоких требований жителей. Поэтому мы приняли решение, что привезем в Химки. За 7 месяцев работы учреждению есть чем похвастаться. Его сотрудникам удалось сократить число повторных обращений на 25%. Работа здесь ведется 7 дней в неделю, круглосуточно. Заявки принимают по 5 направлениям. Транспорт и налоги, ЖКХ, социальные сети и социальная политика. Все эти темы на личном контроле главы администрации. Дмитрий Волошин, рабочий день начинается с обращений граждан, нас ориентирует. В первую очередь это на предупреждение каких-то нарушений в сфере содержания надквартирных домов. Гости отметили высокий уровень работы МЦУР в Химках и профессионализм сотрудников. Дано поручение данный опыт реализовать и в Республике Башкортостан, поэтому для нас тем более ценно, значит, ознакомиться с данной системой, с принципами работы этой системы. И, конечно, мы будем это реализовывать в республике в ближайшее время. Нам интересно было увидеть, как работают органы жилищного надзора в этой системе. Сегодня в Московской области по поручению губернатора работают 64 центра управления регионом, где собирают и обрабатывают информацию от жителей. Она поступает из социальных сетей, личных обращений, по электронной почте и через портал Добродел.